Всем добрый вечер. Время почти полседьмого. Так, все, среда отработана. Слава Богу, осталось еще 2 дня. И будет выходной. Уже, знаете, как-то к концу вечера дни насыщенные очень. Уже прям чувствуется, что середина недели. Ну, ничего. Так, мои любимые, на повестке дня у нас сегодня с вами. Мне нужно вам сказать про Озон. Я сегодня получила Озон, что я заказывала. И я вышла по заказам на новый уровень, где мне дали промокод. Мне дали промокод. Я с удовольствием с вами им поделюсь. Ссылки оставлю. Озон 83G, большая, М5. Вы можете получить по моему промокоду дополнительную скидку на выбранные вами товары, даже если эти товары по акции идут. Все равно вам будет дополнительная скидка. Поэтому, кому интересно, мне не жалко, пользуйтесь. Конечно, мне за это будут идти баллы в любом случае, вы же это понимаете. Но я с удовольствием с вами делюсь этой информацией. Озон 83, без пробелов. Озон, капслоком большими, Озон 83, большая G, М5. А мне пришла соль, которую я заказываю по 270 рублей для посудомоечных машин, 3 килограмма. Упаковали они ее, конечно, знатно. Кончилась у меня-то, не помню, когда брала, в октябре, по-моему. Ну, то есть на 2... Нет, в ноябре, значит, я брала ее, ребята. В ноябре, значит, брала ее. Вот она мне на 2 месяца прям хватило. Сейчас покажу. Берите. Не переплачивайте за килограмм соли 300 рублей. Вот 270. Я вам показывала уже такую. Я беру второй раз. 279 рублей. 3 килограмма. 3 килограмма. Так, вроде нигде не сыпется, да? Вот, 3 килограмма. Девчонки, 3 килограмма. Вот. Где-то сыпется, да? Нет, не сыпется. Вот, про Озон. Значит, что хотела вам еще рассказать по поводу своего робота-пылесоса. У меня же прекратились в один день крутиться щеточки у него. И когда я консультировалась с мастером по телефону, он мне сказал о том, что 2 щеточки сразу не крутиться не могут. У них разные моторчики. У меня Тефаль, у меня хорошая модель его. Я брала его в 2018 году. В общем, отремонтировали мне в сервисе за 3000 рублей эти щеточки. Я его включаю, он уже ходит не так. Все. То есть в сентябре ему было 3 года. Очень жалко, вот мы даже с сестрой разговариваем, очень жалко, что такого качества вещи стали, говнястого, да, прошу прощения. Что такие фирмы, мы же не покупаем, например, там совсем какие-то фирмы, которые новенькие, например, или такие, как Scarlett, или там... Медея сейчас есть, да, у них товары намного дешевле, чем даже тот же мой Тефаль. А получается, что их и надо брать. Они работают по 5 лет. А мы переплачиваем, естественно, за марку, за бренд. Ну, мы с сестрой разговаривали и пришли к выводу, что сейчас некачественные все вещи. Жалко, что не должен он 3 года работать. Ну, не должен. Ну, спасибо за 3. Сейчас, в общем... Как он не так ходит? Он медленнее ходит. У меня на моей модели этого пылесоса, значит, есть 2 функции скорости. Обычная и увеличенная. Они там называют какой-то спортивный, что ли, режим. Или... Не скажу вам сейчас. Ускоренный режим, ну, там СПРТ написано. СПР. Ускоренный, да, там супер какой-то ускоренный режим. Он даже не включается у меня на второй режим, на этот спорт. Смотрите, в Озоне стали маленькие пакетики, наконец-таки. А качество очень хорошее. Угу. Вот, поэтому сейчас он у меня же сколько будет работать, пусть работает. Собирает он не так,
то есть по емкости, куда скапливается, да, вот весь этот пух, пыль, как пух, мелкая, ее нету. Есть песок, есть крупные частицы, что забирают эти щеточки. Не до такой уж степени у меня прям такая чистота сейчас, а раньше такой чистоты не было, да, то есть у меня все как обычно идет, так и идет. Мелкого пуха, пыли, вот это нет. Ну, в общем, пусть работает мой бахрамчик, сколько работает, а потом, конечно, я уже буду выбирать другую модель. Дальше заезжала в Fix Price, купила. Я же все гоняюсь за своими вот этими тремя бутылочками для спицы, которые мне осталось купить. Ну, нет нигде. 17 из 20 я купила, 3 найти не могу. Даже в интернет-магазине под заказ. Ничего, я найду, поймаю. Сейчас у меня просто не очень много свободного времени, там, туда забежать. Ну, ничего, найду. Мое от меня не уйдет никогда. Купила вот такие вот дозаторы в фикс-прайсе. Налить, например, сюда майонез или горчичный соус. Когда делаешь салат, там сеточку выкладывать. Знаете, вот как в пакеты мы раньше наливали. Потом вот эти появились кулинарные мешочки, да. Вот такие вот я взяла маленькие. Пусть будут. Кисточки. Это самое. А зачем я их взяла? Я не такие должна была взять. А я что, их кинула? Блин. Не то взяла, другие взяла. Я держала два вида кисточек. Посмотрела, что это для дизайна ногтей. А отложила не те. У меня одна кисточка, не могу найти ее. То ли Ксения, то ли Алиночка у меня взяли вот с моих стаканчиков. Она такая у меня была прикольная по размеру. Ну вот приблизительно может быть как... Скажу. Тоненькая, узенькая, как вот это может быть. Это плоская очень. Широкая. А это кисточка для дизайна, я не то положила. Ну ладно, бог с ними, господи, пригодятся куда-нибудь. Дальше я взяла вот такой спрей золотой. Что-нибудь подкрасить или украсить в золотом цвете распылитель. Там есть серебро и есть золото расцветка. Пригодится. Конечно, он на стенде для Нового года. Вот видите, там игрушечки можно зафиксировать на игрушках золотой цвет. Вот видите, как удобно. А мне такая вещь куда-нибудь, но пригодится. Я их видела раньше в каталоге, но я не видела их в продаже. На сайте я их видела. У них же нет каталогов. Или кто-то... В общем, в телефоне, либо в рекламе в Инстаграме я видела, но никогда не видела их в наличии в магазинах. А пусть будет. Зашла сейчас есть. Дальше. Взяла попробовать вот эту щетку для посуды мыть. Она силиконовая, как резиновая, наверное, да? Из чего она состоит? Силикон. Она силиконовая. Хочу попробовать мыть ей посуду. Очень много хороших отзывов. Но мне же интересно. Хочу попробовать. Хотя вот эти, вот также фикс-прайсовские губки мои любимые. Я от них, мне кажется, не откажусь никогда. Вот эту взяла из новинку. Вот эту взяла вещь из новинок. И я взяла вот такую подложку на несколько приборов. Раз, два, три, четыре. Четыре. Потому что мне одной вот... моей подложечки. Вот такой у меня, вот такая подложка. А мне не хватает. У меня 2-3 всегда там, или рыбу жаришь, переворачиваешь, да, девчонки? Ну, одна мало. И вот как хорошо придумали. Она еще есть в черном цвете. Ну, пусть будет вот такая. Скоро появится, если появились пластиковые, скоро появятся и хромовые. Тогда я возьму хромовую. Очень удачная покупка, я считаю. Но это я беру для профилактики. Очистки труб. Все. Вот это я взяла. Фикс прайс из новинок. Вот эта губка. Наконец-таки нашла золотой спрей. Мне это нужно. И сегодня мы с вами будем готовить очень быстрый салатик. Очень быстрый, очень вкусно. Каждый раз, да, одно и то же.
И не суть. Вот я такая, какая я есть. Так, кто-то мне звонит. Так. Бесконечные звонки. А в общем, быстрый вкусный салатик. Вот у меня такие свежие салаты, не перегруженные, да, я называю их такие легкие салаты. Очень любит Алиночка. И сейчас мы с вами сделаем. Делается он элементарно за 5 минут и не займет вообще вашего времени много абсолютно. Еще купила по распродаже в Перекрестке дозатор, ну, как в виде шприца, который оставляют в унитазе, то цветочки, там разные фигурки, гель, формочки, да, со шприца выдавливаешь. Фруктовый бум, у меня такого не было, у меня был синий, морская свежесть, зеленый, не помню, как называется аромат, и вот сейчас фруктовый бум, я думаю, классно. Алине взяла без сахара. Джемы. Вот эта фирма вообще Далфор. Обалденная фирма. Классно. Грузинский появился какой-то. Конфитюр. Видите? Акцизный товар. Родной язык еще и присутствует. Вот это, кстати, хороший самый. Когда уже перейдем на русский язык, тогда уже будет мешанина. Но мне так кажется. Может быть, я не права. Но это мое мнение. Вот такой инжир без сахара. Соль морская у меня закончилась. Творожный сыр наш любимый. Листья салатика свежие. Смотрите, цвет вообще классный. Люблю, когда он такой прям свежий. Вот нашла на этом стенде на их фирмы «Зеленая линия». Булгур вместе с киноа. Это очень хорошая смесь. Она будет быстро готовиться и вообще. Она без всяких Е, не содержит ГМО вообще. Без консервантов, без красителей, без соли. 100% натуральный состав. Да, конечно, за этот состав якобы без всяких примесей, что, конечно, я не особо верю. Но в любом случае, упаковка уже вот такая экологичная, как они называют ее, да, экологичная. Как? Она вроде бы, знаете, как такой полиэтилен, но как резиновый, что ли, силиконовый он. Состав упаковки, конечно, никто мне здесь не напишет, ну да бог с ним. Карелия, Петрозаводск. А линия, вот эта зеленая линия новая. Попробую я. Вроде, знаете, я вот так посмотрела, вот здесь в окошечко, где видно саму крупу. Но вроде бы нормальная, знаете, не молотая такая, не дробленная. Целенькая вроде. Булгур. Нормально, пойдем. Крупа целая и пойдем. И еще взяла себе по распродаже Атака. Атак, я называю ее Атакой, да. Атака, значит, гель для стирки. Я его видела, но он стоит без скидки. Этот гель 700 с чем-то рублей. Сейчас в Перекрестке за 300 рублей. 279 рублей. Небольшой миллилитраж здесь. На 0,9. 900 миллилитров. 900 миллилитров. Попробуем. Ну, что за такую цену не взять? Не за 700 же, за 280. Да. Затем творожный сыр, вот такой обычный, классический, даноновский. Мама, я поела, ну это вообще. И закончились новогодние праздники, пошли привозы в магазины товаров всех. Наконец-таки я купила креветочки, до 26 они марта, за 2 месяца, конечно, мы салатик израсходуем. Они не в масле. Они в рассоле, так что в Перекрестке девчонки появились. А пока без скидки, 190 рублей, по-моему. Но есть. Еще взяла грузинской вот этой фирмы Фруева. Фруева называется. Малину. Инжир я люблю. Это вообще. Оливки нам понадобятся с вами. Маслины. Маслины. И маленькие пупырчатые наши огурчики. Новая какая-то фирма «Знай наших».
Ну, для огурцов-то так подходящее название, для овощей, знай наших. Лишь бы не это. Чаем. Ленинградская область. Всеволжский район. Вблизи деревни Старая. Юридический адрес. А, и я взяла себе за 149 рублей, девчонки, вот такой нож, который... Что это у меня на руке? А, пакет несла, наверное, красный. Ребристый край. Ребристый край. У меня есть такой один, только он очень тоненький. А сейчас распродажа вот на это Аполло. Аполло или Аполло фирма называется. Посмотрим. Я люблю резать ими очень удобно огурцы. Овощи я люблю ими резать. Хлеб, когда он в сайке, а не тостерный тоже. Вот им очень удобно резать. Первые ножи такие у нас появились. Вот эти вот, которые раньше продавали украинцы, приезжали ребята, вот как расстилали все свои товары. Помните, девчонки, кто моего возраста? Вот у них появились вот эти вот ножи, которыми я пользуюсь до сих пор. Великолепные ножи вообще. И сестра моя пользуется, любит. Ну, мы любим эти ножи, так я его не помыла. Все, разбираем продукты и начинаем с вами готовить наш салатик. Начинаем готовить с вами наш салатик. Итак, нам понадобится листья салата. Можете взять смесь листьев салата любую. Огурчики, фитакса, маслины без косточек, немножечко орешков и оливковое масло. Я возьму с чесноком боржес, который у меня, я просто переливаю в дозатор. Вы можете брать любое масло, но если вы берете масло не чесночное, тогда вам еще понадобится зубчик чеснока. Что мы делаем? Хаотично рвем руками наш салатик. Такой свеженький вообще. Теперь мы с вами должны порезать наши огурчики. Я буду резать колечками. Вы можете брусочками. Знаете, еще девчонки очень красиво режут вот так, как брусочек наискось. Ой, так мне нравится. Но это смотрится красиво на длинных огурцах, на больших. А вот на таких маленьких это не будет смотреться. Я взяла 5 небольших огурцов. Одна секунда. Раз, раз, раз. И нашинковал. Ой, пахнет огурчик вообще. Так. Дальше. Открываем с вами фитаксу. Прям в упаковке. Разрезаем на кубики. Вы можете, кстати, брать и брынзу, и мокрый сыр. Я взяла именно такой. Мне хочется попробовать. Как он точно не плавленый, а как? Плавленый, да. Плавленый фитакса. Теперь нам нужно взять вилочку. А может быть даже ножичками. Нужно их отсоединить. Так, сейчас одну минуту. Вот такие брусочки у нас получаются.
Если вы хотите, если вам это крупно, можете еще напополам сделать. Но мы любим так. Они столбиками получаются. Так, следующее, что мы с вами добавляем? Оливки. Ой, маслины без косточек. Ну, все, конечно, баночка будет многовато. Так. Я солить не буду, потому что фитакса плавленая, очень соленая. Ну, прям сильно соленая. Теперь мы заправляем, ну, прям максимум столовой ложечкой масла. С чесноком. Так, сначала нам нужно перемешать. Перемешиваем. Я вот эти вот ложки, которые, знаете, есть для салата, не очень люблю. Мне вот так лучше приподнять салат вилочкой. Снизу вверх. Надо маслечко нам перемешать. Смотря какой вы будете использовать сыр, вы пробуйте по своим вкусовым качествам на соль. Я солить не буду однозначно, потому что фитакса прям такая прилично солененькая. Вы знаете, я бы дорезала еще огурцов. Подождите, я сейчас дорежу огурцов. Дорезала, ребят, еще два огурца. Все перемешала. И теперь нам надо с вами украсить все это дело семечками. Можно взять смесь семечек. Но я не стала брать, потому что у меня вчера остались тыквенные. Блин, это очень вкусно. Он, во-первых, такой ароматный за счет масла. За счет того, что огурчик попался такой, знаете, не трава, а прям пахнет огурцом. Я попробовала. Даже, вы знаете, очень хороший огурчик. Пышные очень листья салата. Главное, маслечко хорошо перемешать. Все. А семечками это будет вообще... Быстро, вкусно и полезно. Очень классно. Сделайте, пожалуйста, салат. Я есть вообще не хотела. Все-таки как запахи пробуждают аппетит. Элементарно. Листья салата или микс салата, который у вас есть. Если вы возьмете микс салата, где будут входить там красные листочки, не вспомню сейчас, как называется. Тогда вообще он еще краше будет смотреться, салат. Там и беленький айсберг, и красненькие листочки. Но не было в Перекрестке. Но не было, пришлось брать то, что есть. В общем, обалденно. Быстро и очень вкусно. Сейчас я вам покажу, что мне пришло с почты. Может быть, Шейн, может быть, Флоридей. Заказ. Сейчас мы с вами все посмотрим. У меня вообще было 3 посылки, я заказывала до Нового года. Одна пришла, и то пишут одно, внутри другое. Там, видимо, одна контора. Все. Ну, опять такие же пакетики. Это мне надо смотреть. Так. Сарафан. И так не видно, да? Длинный в пол. Длинный в пол. И вот такой еще орнамент. Наподобие, как тот у меня был, немножечко открыты плечи. И вот такой я взяла. Качество хорошее, качество отменное. Не видно. Сейчас его напущу. Вот видите? Красиво.
Красиво, красиво смотрится, вообще классно смотрится. Дальше. Это значит не та, что я думала, посылка. Дальше. Ой, качество. Нет, там на картинке по-другому. Здесь Татьянка, видите? Это как, ну, синтетика. Как... Не скажу вам, как. Нейлон, не нейлон. Опознавательные знаки-то есть нашего подвала, нет? Нет, не царское это дело, бирочки вам лепить. Ну, померяю его. Он 3/4 длина. Вот длина. Синтетика гольная, ну, интересная такая моделька. Интересная. Сзади тоже. Будем смотреть, в общем. Дальше. И еще одна какая-то вещь. А, это кофта. Это сейчас, на сейчас. Ой, классная кофта. Качество классное. Вот качество хорошее. Заказывайте. Ой, какая красивая кофта. Тепленькая она. Такая. И сзади вот такой орнамент. Разлетаечка, естественно, я же все разлетаечка беру. Ой, классная кофта, вот такая приятная, такая мягкая-мягкая. Довольна я. Смотрите. Идеальная. Цвет такой, правда? Все. Все, что сегодня пришло. Балкон у меня открыт, девчонки, потому что дышать нечем. Дома жара неимоверная. Просто все открыто на балконе. У меня окно открыто. Очень жарко. Очень. Так, осталась у нас с вами одна посылочка. Одна посылочка. Мы будем ее ждать. И знаете, что я хотела еще? Вот нам наверняка всем или многим на Новый год дарят кухонные полотенца. Я не помню, говорила я в прошлом году это или нет, но наверняка говорила. А, мы же уехали, а потом приехали и закружили. Надо вот именно в этот момент прощаться со старыми кухонными полотенцами. Потому что их гора. Сейчас я вам покажу. Я же, когда бываю в Турции, я беру по $1 вот такие полотенца, которые махровые. 100% катун. Вот такие я беру полотенчики. Порошки отбеливатель, у меня все отбеливает. Видите, они белоснежные. Вот сколько, я не знаю, 2 года назад мы были в Турции, я не помню. А если ты берешь 5 полотенец, по-моему, они за $3, что ли, отдают. Ну, вот видите, они у меня. Только это самое, их много. Какие-то я выкинула, какие-то, когда крутишь что-то, знаете, там, то начинают они гореть. Когда близко возьмешь к огню кастрюлю, они загораются. Вот это в прошлом году в Калининграде мне сестра покупала. Нам нужно с вами расстаться с какими-то полотенцами. И вы, и я. Понимаете? Потому что мне сейчас подарили вот такие классные. Мягкие-мягкие, турецкие. Вот такое мне подарили полотенчик еще. Оно не вафельное, просто трикотажное. Вот такое. Классно. Вот это мягкое-мягкое-мягкое. Значит, и что мы должны с вами решить? Что вот такое.
Значит, 4 полотенца старых мы должны с вами выкинуть. Вот это полотенце у меня еще Алина маленькая была. Я не могу с ним расстаться только из-за этого, мне кажется. Оно светится. Вот это все турецкие, ну вы поняли, да? Любовь всей моей жизни. Вот это у меня вообще новенькое. Ну как его выбросить? Вот я такая, я вообще не жадный человек, абсолютно. Но вот когда приходит этот момент, мне надо с чем-то расставаться, а с чем я не знаю. Ну вот это уже все, вот это можно прям выкинуть, и то жалко. Нет, ну оно уже совсем, да. Раз. Вот это, да, тоже можно. Это позапрошлый год мне кто-то дарил. В общем, раз, два. И вот это тоже надо уже убирать, хотя она очень удобная. Ну, хотя бы три. Потому что все остальные вот эти у меня хорошие. Вот тебе вот жалко, они еще бы сгодились. Вот представляете, сколько противоречий. Ну, это же ужас. Вот так я всегда. Весы. Вот эти вообще обожаю, классные у меня. Вот это кофе-набор тоже турецкий, классный вообще. Так, ну хотя бы три убрали, то хорошо. То же самое сделайте и вы. Потому что иначе вообще никак. Вообще никак, пока не будет дырки. А зачем нам с вами нужна дырка? Зачем вам нужна она? У нас должно быть в любой... Вот это тоже застирано. Вообще нет, ну не знаю. У нас в любой момент должно быть все идеально. Классно. Они немножечко поменьше размером, но все равно такие очень классные. Так, обязательно то же самое это вы сделаете. И вот эти я ставлю. Все. Сколько пришло, столько ушло. На этом сегодня все, мои дорогие. У нас уже время почти 8 часов. Мне нужно еще загрузить. У меня стирка и очень много еще домашних дел. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки. Не забывайте про мой промокод, который на Озон. У вас будет приятная для вас скидка. Еще плюсом к тому, какая у вас уже есть. Подписываемся, ставим лайки. Нажимаем на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новое видео. До завтра.